Шестой класс хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Дорогие учителя, закончился год и закончилась четверть. Мы вас поздравляем. Забросьте учебник. Давайте все вместе год новый отметим и краткий конфет нашей жизни наметим. Пусть год принесет и здоровье, и силу, терпение, чтоб вам на всех нас хватило. Чтобы было смелых идей и планов, и чтоб все они не узнали провалов. Чтоб дни были радостные, счастливые будни. Желаем вам деток прилежных и умных. Пусть только удачу дверь вашу стучить, пусть чудо прекрасное жизнь превратить. Дорогие и любимые родители, бабушки и дедушки, с Новым годом! Желаем чудес и волшебства, любви и ярких впечатлений, счастливых мгновений и радости на целый год! Пусть за окном будет сказка, а в доме атмосфера счастья! Желаем вам замечательного года, только с хорошими событиями и добрыми людьми! Мама, папа, с Новым годом! Будьте счастливы всегда! Будет пусть всегда тепло вам, несмотря на холода! Пусть исполнится желание, что задумаете вы! Шлем мы вам напоминание! Больше всех вы нам нужны! Пусть будет Новый год удачный, счастье, радости прибавит! Кучу денег принесет, все хорошее оставит! Все плохое унесет! С Новым годом! Чудо-сказка! Пусть наполнится ваш дом! Всегда тепло и радость, доброта своим пусть. С Новым годом поздравляю! Всех на свете благ желаю! Чтобы жизнь была как в сказке, доброй, яркой и прекрасной! С Новым годом! С лобчеством! Много денег в ваш дом! Много яркого веселья, озорного настроения! Поздравляю с годом новым! Будет он счастливым, добрым! Пусть исполнится желание мира, счастья, понимания! В Новый год желаем счастья, пусть обходят все ненастья. Будьте счастливы всегда, не грустите никогда. С Новым годом поздравляем, пусть счастливым будет он. Мир, добро, любовь и радость, пусть несет он в каждый дом. Давайте все вместе год новый отметим и каждый... Поздравить вас с наступающим Новым годом. Закончилась четверть. Смотрим на меня. Пусть только удача в дверь вашу стучится, пусть чудо прекрасное.